Всем привет, дорогие друзья, с вами Фомикс, и мы дошли до финала событий «Охотники за привидениями» в игре Into the Dead 2. И это просто эпично, это самое, практически, да, скорее всего, самое лучшее событие, которое я проходил. Оно нереально драйвовое, оно сложное, то есть я достаточно много потратил энергии на то, чтобы до него дойти, и нам дают, слушайте, новую пушку, мизольный коллайдер. Наверное, вот это возьму. И давайте, наконец, встретимся перед боссом. Финалом. Просто интересно. Причем, я ни разу не видел в игре Into the Dead именно босса. Как это будет выглядеть, я не знаю. Наконец-то вы сами попали в ловушку. Талай. Кто это? Демон-князь потустороннего мира. Несколько лет назад мы покончили с ним, с его братом Арзуном. Дело прошлое, он наверняка не держит зла, да? Парни, у нас есть план на этот случай. Бежим! Опс. Что ты делаешь? Это был наш кий? Они убежали. Они убежали, черт. Мы одни. Нет, я не хочу быть один. Ладно, давайте... О, да, ребят, детка, это первый босс за всю историю. Давай проверим, что ты умеешь, сученька. А как, в него стрелять? Да нет, нет, я в него не попадаю так. Та-т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 а просто. Сейчас, секунду. Ребят, 5 минут. У нас есть 5 минут, чтобы его убить. Как он орёт. А, у нас нет. Нас, во-первых, не покинули. Во-вторых, у нас есть удар. Ну, суперудар, или как это назвать? Поддержка. Сейчас у нас будет активируется способность. В принципе, пока справляемся с... Да! Ребята, гранату кину. Это нереально эпично. Воу-воу-воу-воу. Слушайте, какая жесть тут творится. Ой, не-не-не, ребят. Сейчас от него придется убегать. Так, патрончики мне, естественно, нужны, ребят. Ну чё? Я готов. Половина жизни отняли. Ой, я зря патроны потратил. Ну да ладно. Слушайте, вот это, конечно, пушка вещь. Просто вещь. Я готов. Скоро будет поддержка. Вот, на следующем его нападении будет поддержка наших ребят. Так. А, у меня нету этих. У меня патронов, кстати. Все, у меня патроны закончились. Но там впереди есть ящичек. Так, я надеюсь, уже скоро. Ну, кстати, легкий, достаточно легкий. Я боялся худшего. Но это еще пока легкий.
Так, надо... Нет, нет! Прожили. Все, супер. Главное, что прожили. Это самое главное. Не знаю, финал это или нет. Но у меня патронов, кстати, вообще нету, ребят. Когда у тебя нет именно вот этой пушки, все очень плохо. Но у него немножко... Все, пушка нет. Нам опять дает именно не ту пушку, которую надо. Просто этот пулемет, это реально это огромное спасение. Без пулемета все очень сложно. Так, я надеюсь, вам патроны, и мне дадут именно пулеметик. Да, мне дали пулемет, все отлично. Осталось только туннельчик прожить, и вроде мы выиграли. Ну, не туннельчик, я называю вот именно вот эти камни, когда... Все, поехали. Как раз, ребят, с друзьяхами. В следующий раз будем знать. Давай, дружище, соберись, нас ждет Нью-Йорк. Ах ты ж... Вытаскивай Уинстона, я его задержу. Давай, урод, покажи, на что ты способен. Я так понял, мы сдохнем. Когда ж ты сдохнешь без мозга? О, нет, нет, только не это, нет, нет, нет. А я думал, мы пожертвуем собой. Еле уцелели. Все целы? Более-менее. Все равно метро сейчас пить похуже будет. Я рад, что ты снова с нами, дружище. Блин, да что ж такое? Вам не уйти. Окей. Так, на сегодня с меня хватит. Да, я выжат как лимон. Чаще, чем раз в месяц, такие забавы устраивать точно не стоит. Как насчет пиццы? Я предпочитаю корейскую кухню. Уинстон, с тобой точно все в порядке? Отличная работа. Сегодня ты был на высоте, особенно в том, что касается выживания. Да, кстати, чуть не забыл. Завтра тебе надо будет подписать кое-какие бумаги. Завтра? Да, поздравляю, ты выдержал испытание. Очень неплохо для начала. И еще, можно тебя кое-чем попросить? Да, конечно, ясное дело. Я знал, что на тебя можно положиться. Мусор вывозят по среду. Теперь я охотник за привидением. I'm a Ghostbusters. Блин, очень-очень душевно, и сюжет тоже подвезли хороший, хотя, в принципе, сюжет в том, что мы просто друга спасали, но диалоги, фразы героев, это все было очень живо. Давайте посмотрим, какие вам подарки дали за прохождение, наверное, самого легкого режима, но, ребят, даже самый легкий режим был нереально эпичный. Нам не дают пушек, именно охотников за привидениями, дают именно части обычных этих. Разминка, четвертый уровень, господи. Что ж, ребят, мы смогли, и это было очень круто. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом все. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.